Томской области увеличили компенсацию за газификацию жилья. В 2022 году минимальный размер компенсации составит 50 тысяч рублей, максимальный – 100 тысяч. Соответствующий областной закон подписал губернатор Сергей Жвачкин. Сейчас компенсация за газификацию жилья составляет от 15 до 60 тысяч рублей. С нового года до 100 тысяч рублей увеличивается выплата семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума при доходе от 1 до 1,5 прожиточных минимумов. Размер выплаты увеличится до 70 тысяч рублей. До 50 тысяч увеличится компенсация семьям с доходом от 1,5 до 2 прожиточных минимумов. Без учета доходов сертификат на газификацию домовладения номиналом в 100 тысяч рублей смогут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также инвалиды боевых действий. Начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина уточнила, что право на получение сертификата имеют собственники жилья, которые проживают в нем постоянно. Средствами сертификата можно оплатить услуги подрядной организации, погасить целевой кредит или компенсировать собственные расходы, предоставив подтверждающие документы. Сертификат будет действовать в течение 2 лет. В текущем году компенсацию по сертификатам на газификацию жилья в Томской области уже получили 166 семей. Расходы регионального бюджета на эти цели составили более 7 миллионов рублей. Больше всего сертификатов и выплат компенсации по ним получили жители Томска и Колпашевского района.